Всем привет, это СБ1813, или просто сами продолжаем реакции из пачки. На очереди у нас будет кавер на Луна Си, на их один из самых, наверное, известных треков, Ройзер, который у меня уже был от Хоконинару. Они делали достаточно крутой кавер, и я тогда говорил, что типа, ого, типа, это очень близко к оригиналу, во-первых, ну и в целом, как бы, мне очень понравилось, как звучит, но не всем, оказывалось, это понравилось. Вот, например, Каин сказал, что ну такое, типа, что лучший кавер, скорее всего, вот у группы Height and Magic Color. Эту группу я знаю ее по какому там третьему опенингу Бличу, там была офигительная песня, конечно. Ну, еще немножечко я их как-то очень супер давно, помню, слушал. Вот, хотя сейчас я вообще без понятия, они вообще живы, не живы, что с ними и так далее. Вот, оказывается, у них был кавер, собственно, на Луна Си, на Ройзер. Вот, так что давайте сейчас заценим, сравним, у кого круче было. Хотя, на самом деле, я тут на днях послушал кавер у Хазуки, вот, из Линча. Он там с какими-то крутыми ребятами тоже делал кавер на Ройзер. И, как бы, по-моему, понятно, у кого лучше всех. Вот, если кто не видел, зацените там на его канале. Вот это есть. Но вот от них, от Height Magic Color, я не слышал вообще каверов, по-моему, ни разу. Так что давайте сейчас заценим, будет ли этот, ну, типа, круче, не круче, вообще хорошо, нехорошо. Так что го. Единственное, я не знаю, вот это выложится на YouTube. А, там же мужик еще пел чисто, я все забываю этот момент. Слушайте, ну, сейчас мы, конечно, дойдем до припева, но этот кавер, он уже проигрывает по всем показателям, потому что, ну, он метальный. Все-таки Ройзер — это не про металл. Это именно про вот такой, наверное, про панк, постпанк, вот что-то такое, ну, и типа такое более экстравагантное. Тут все-таки такой метальчик, плюс экстримом, это вообще не подходит этому треку, вот даже не близко. Поэтому он, ну, типа, априори уже проигрывает всем остальным, кто более приближен к оригиналу. Ну-ка, припев. Не, прикольный как кавер в целом. Очень хорошо звучит, хорошо сыграно. Но мне кажется, этот трек не метальный просто. Ну, не должен быть метальным. Хотя, кстати, в металлообработке он звучит очень даже. Ну вот этого в Ройзере просто не должно быть, мне кажется. Это уже такое что-то отсебятина пошла. Хотя говорю, звучит в целом-то вроде неплохо. Заметил забавную штуку, что вот эти вот старые, ну, условно старые треки групп типа Луна Си, тех же Бактиков, наверное, можно взять, старых Диров, вот именно на металл, если переделывать металлообработки, то получается такой металлкорщик у всех.
Ну, еще надо понимать, что тут все-таки еще женский вокал. Тоже объективно мы не можем сравнить с другими каверами, получается. Не, прикольный кавер, реально хороший. Прям мне в целом нравится, но камон. Это небо и земля с Хакнинару. У тех прям чуть ли не один в один получилось. Ройзер с брейкдауном. Окей. Так, ну что, вот посмотрели. Точнее, опять посмотрели, да? Типичный Симон. Ничего мы не посмотрели, послушали трек. Послушали кавер на Ройзер, кавер на Лунаси от группы Hide and Magic Color, который посоветовал Кайн. Короче, ну я сказал, да, все свои мысли по поводу этого. Немножко не в сравнении, наверное, идет, потому что все-таки это, во-первых, метал-кавер, то есть это как бы полноценный брейкдаун был, типа, алло. Но Ройзер с брейкдауном, ну это как-то, не знаю, не по-православному. Короче, но в целом как бы неплохо. То есть именно если вот это все убрать, чисто его, именно кавер, именно трек, если мы будем именно судить, то в целом неплохо. То есть реально тут были прикольные ходы. В целом все основные фишечки, то есть припев, предприпев, соляки, тут прям хороши были сделаны. Вот, так что в целом, опять же, если мы не будем сравнивать, мне понравился кавер, понравился трек. Ну, в целом, вообще группа достаточно хорошая в этом плане. Вот, но все-таки Хананинару как бы сделали намного, намного лучше, как мне кажется. Но опять же говорю, все это фигня, потому что посмотрите просто кавер у Хазуки из Линч. Он в соло-проекте, он, по-моему, не выкладывал этот треком отдельно никуда. Может быть, выкладывал, я не видел. Вот, но вот у него есть прям именно тоже видосик с картинкой. Но вот там прям, ой-ой-ой, там прям супер хорошо. Там, во-первых, Хазуки в своем вот этом, вот эта вся фигня, да. И там офигительный инструментал, потому что там крутые какие-то тоже чуваки ему это подыграли. Так что вот кто, ну, типа, лучший кавер на Ройзер, вот, мне кажется, у него получился. Опять же, из того, что я видел. Hide and Magic Color не лучший, но прикольный. Опять же говорю, брейкдаун в Ройзере, это, конечно, надо было умудриться. Ну да ладно. Короче, в принципе, все. Спасибо всем, кто смотрел. Ссылочки в описании, нравится, сами все знаете. Ну и, наверное, все. Пойдемте, пока.